Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в пятницу 4 декабря посетили аллею шахидов и почтили память погибших в борьбе за территориальную целостность страны. Президент Азербайджана возложил венок мемориалу «Вечный огонь», первая леди – букет цветов. Также прозвучал государственный гимн Азербайджана. По всей стране в 12 часов дня граждане почтили минутой молчания светлую память военнослужащих, павших в Отечественной войне за освобождение земель от армянской оккупации и восстановление территориальной целостности страны. Накануне президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому 4 декабря в 19:00 минутой молчания будет почтена память шахидов. Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщила, что в ходе Отечественной войны погибло 2783 военнослужащих азербайджанской армии. Согласно сообщению, продолжается работа по установлению личности 103 военнослужащих методом анализа ДНК. «Да упокоит Аллах души наших шахидов, исцелит раненых. Мы обязаны им победой». Bütün insanlar, bütün hamı bir dəqiqəlik sükut zamanı piyanıçlar. Hamı, hər bir şey, bütün nəqliyyat vasitələri, bütün yol, hamısı demək olar ki, piyanıqdır. Heç bir hərəkət yoxdur. Bu, anım üçün nəzərdə tutulmuş. Bu gün saat 12:00-da bir dəqiqəlik sükut anıdır. Bəli. Bir dəqiqəlik sükut anıdır. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz.